Добрый день, сегодня с нами специалист из компании Акибона и Александр из компании Автооптима. Сейчас он задаст несколько вопросов по линейке колодок. Скажите, почему я должен выбрать именно Акибона? Диананда Акибона у Эрабу. Это точно. Акибона брейки в Асвете, Нионде ОМ, Кёкюстеру, ОМ мейкер деалимаште. Патто ва Но самое главное, что компания Акибона — это один из крупнейших производителей колодок на конвейер. Также вся линейка, которая поставляется в Россию, она производится на одном заводе, он находится в префектуре Ямагата. И как раз эта линейка попадает на российский рынок, то есть все это сделано только в Японии. Ну и также производство для конвейера и для вторичного рынка, оно идет на одинаковых линиях. На одной и той же линии. Угу. А особенности колодок Акибона какие? Акибона Патто, но только чего она деска? Самое главное в тормозных системах, в тормозных колодках — это баланс. Чем отличаются колодки? Тем, что они эксплуатируются очень длительный период, то есть они ходят 50 тысяч и более. Также они не изнашивают диск, в них очень мало металла, поэтому они не агрессивны к тормозному диску. Ну и также торможение с колодками Акибона, оно контролируемое. И также одна из особенностей в том, что при использовании колодок Акибона мало очень пыли. То есть загрязнение диска минимальное. Понятно, понятно. А где конкретно они производятся? Акибона, в Японии или еще где-то? Хонто но коко не нагаретеру моно ва доко но коджо, доко де цукаретеру. Хонто но нихонсэй деска? Хонто не нихонсэй дес. Свете made in Japan но моно ни кёкю штэ. То есть как раз вся вот эта вот линейка в синей коробочке, она вся производится на одном заводе в префектуре Ямагата в горах. И на 100% сделано в Японии. Эту линейку мы продаем как дистрибьютор в Японии, компания Meiji Sengyo. Ну и также эту линейку мы и поставляем на российский рынок. Понятно. А доля конвейера в Японии, в мире? А то, ну, ОЕМ ноще, то, ма, коко най то кайгайва, нам пасенту деска. Има хэйша но ОЕМ, Нихон кокунай но шея ва 47% о мотте оримас. В Японии у них самая большая доля, они занимают долю конвейера по дисковым колодкам примерно 47%. В мире в разные годы эта доля менялась, сейчас доля порядка 16%. То есть каждый второй автомобиль, сходящий с конвейера в Японии, оснащен колодками Акибона. Ну и также каждый пятый автомобиль в мире оснащен их системами. А кто еще производит колодки на конвейере Японии? На Хокану Нихон, ну, а ну ОЕМ мейка сам ва дою кайши деска? Хокану Нихон но ОЕМ мейка сан ва Адвикс сан то Нишимбо сан то Хитачи сан. Адвикс, Нишимбо и Хитачи. То есть три компании еще. Нихон кокунай дева ОЕМ мейка ва кёкю шиту ну а соно коно ёнша десне Акибоно ирете коно ёнша даке. То есть получается Акибона, Адвикс, Нишимбо и Хитачи. Хитачи. Хитачи токика. Да. На какие иностранные автомобили поставляет Акибона еще? Дою гайша ни сапрайетте маска, патто? Има хэйша хай перформанс, оушю ша хай перформанс ша ни ОЕМ де патто до кялипа сайон сайтеру мейка га тасу аримасу. Соно нака ни Порше, Бентле, соште Ламборгини, а то изен ва Бенцо МГ, Макларен. То есть они разрабатывают и суппорты, и колодки, и производят их для таких автоконцернов, как Mercedes AMG, также это Bentley, также это Porsche, McLaren. То есть, в принципе, все самые крупные европейские автопроизводители. И все это производится, опять же, на одном и том же заводе в префектуре Ямагата. А как стали поставщиком Формулы-1? В чем успех?
フォーミュラワンのサプライはどうやってなりました？やっぱり成功のことを教えてください。やっぱり弊社の、約90年の歴史ありまして、その中で培ってきてた技術力がやっぱりそこで、世界の一番トップの、カーレースのチームに認められたっていうところになると思います。Компания Экибона порядка 90 лет, поэтому я во всем мире известен как оригинальный поставщик конвейера. То есть это было одним из как раз факторов. Все, спасибо большое. Сколько лет компания Экибона? Экибона は何年の歴史ある？1929年に弊社創業し始めて、今今年2019年なので約90年の歴史があります。Компании ровно 90 лет, то есть в 1929 году они поставили первые барабанные тормоза на автомобиль, и в этом, этот год считается их годом основания, то есть им ровно 90 лет. Ровно 90, хорошо. А сколько, есть ли у компании испытательные полигоны свои? Тесто, но косва, доку не аримаска, ареба. Иватени, дисша но айлинк, тесто косва аримас. Де, сокони... 普通の一般道と山道、あとウェイトの状況を作り出して、新車の OEM 供給するメーカーさんの、車でテストしたり、行っております。Один из самых крупных полигонов, который есть в этой компании, он называется Айринк, он находится в Японии. Там как раз на этом полигоне моделируются разные условия, то есть разные качества покрытия, разные скоростные режимы. И там же как раз и испытываются все тормозные системы автомобиля. То есть перед тем, как поставить тормозную систему для Toyota, для Nissan и так далее, все это проходит испытание именно там. А насколько, вот последний вопрос, насколько сложно выиграть вообще заказ или тендер на поставки на конвейер? Я говорю, OEM, но мои канары не ва, то типа, махитоц на пад туде, дорогой, музыкашидеска. Я говорю, Toyota сани и рабарете. やっぱりそのトヨタさんが、新車開発段階で求められているブレーキ性能をちゃんとそこの、求めているものはブレーキメーカーさんとしてそれ出せるがやっぱり一番大きなポイントです。То есть, получается, что они получают техническое задание от Toyota для разработки суппорта тормозного цилиндра, тормозных колодок и уже от своих показателей, грубо говоря, по этим показателям автопроизводители судят. То есть это будет и звук, и торможение, и пыль, то есть различные испытания проходят перед тем, как этот тендер выиграть. То есть это достаточно сложно. Тогда томару таки дева на пте, брейки но томару ижони, хока ни баланс ёк, тоталь дикина моно о теян декиру на бизнес стайлу していかないと ка-мейка сан кара митомерерай най то мой. То есть торможение должно быть сбалансированным и контролируемым. То есть в этом как раз самая главная проблема поставок на конвейер. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое.